Всем, всем доброго дня. Вот, как бы, видео не по теме, но было два, как бы, запроса таких вот, ну, покажи, что ты там за ножи делаешь, что там за ручки делаешь. Ну, вот, тут вот просто сейчас, который на данный момент под заточку, я сейчас буду их затачивать, и потом можно еще коротенько снять еще, у меня там штук 6 у меня подготовленные лежат. Вот такие вот фигнюрки, стандартные, то есть классические. Вот. Корейская стабилизированная, бивень стабилизированный, мамонта, пин мозаичный в карбоне. Вот такие вот фигнюрки делаю. Вот тут вот сталь дорогущая, это тоже что-то из этого же плана. Ну тут полностью стабилизированный бивень мамонта. Вот такие вот фигни. Вот чем я занимаюсь. Вот этот G10 с проставочкой там. Тоже все под заточку. А, ну да, не показываю ничего. Их еще немножко протереть и заточить, и все. Вот. Это тоже G10, тоже такая же канитель. Это на винтах, в следующий раз будут на таких стяжках, корби, они, по-моему, называются, точно не помню. В общем, вот, никакого полета души, никаких выкрутасов, как говорится, просто тупо так вот ходишь на работу и делаешь. Но в этом есть один единственный плюс, это то, что мои работы востребованы, а это заряжает. Пускай не так, как, конечно, на бритовках, но все же, какой-никакой заряд есть. Ну ладно, может, там, если не забудусь, покажу еще отрывочек со следующими, как говорится, вариантами. Там будут тоже две из G10, потом наборные будут тут из орехом, капа орехом, корейская береза будет тут такая отборная, ну и, в общем, всякая всячина. Вот. Чем я с бритвами, может, у кого-то возникнет вопрос, такой не работаю, потому что я вот недавно сделал еще партиечку небольшую на бритв, и буду смотреть. Будут бритвы, то есть, находить своих хозяев, значит, будут новые бритвы. Не будут, будут лежать на складе, то есть, значит, не будет новых бритв. То есть, ну, логично, да? Ну, сколько еще можно забивать склад? У меня на складе просто десяток, 15 бритв, и там уже просто тупо не будет места, куда положить новые бритвы. Как-то так. У меня даже вот эти вот фрэмбэки валяются вот здесь вот, вот из U9. Вот в таком состоянии, закаленном. И все, дальше работы все тормознулись. Вот они тут у меня вот под руками прям. То есть, как бы, ну, нет желания делать, когда никому не надо. Вот. Поэтому так и буду продолжать. Вот у меня еще тут клиночков. Топка, вот к ним всякие тут прибамбусы стабилизированные, этот с берёзд, как там ее, сувель стабилизированная, кап клена стабилизированный, ну такая всякая херня, извиняюсь за выражение. Вот как бы так день за днем проходит, скукоте, да не в обиде, как говорится. Вот, да, ну показать-то нечего, в принципе, вольного особо-то. Вот той клиночки делал, который уже тоже тут отдал на склад. То есть шлифовкой занимался сначала сталей. Потом надоело, вот за ручки взялся. Потом надоест, что-нибудь еще возьмусь там. Не знаю за что. Вот пока так вот на данный момент обстоят дела. Поэтому особо похвалиться нечем. Показать, в принципе, нечего. Вот. Ну, пусть будет сегодня видео такое не тематическое, а посредственное. И я думаю, больше нет смысла вот что-то подобного такого выпускать, отвлекать, то есть ваше внимание от чего-то более ценного, интересного, и только по бритвам. Следующее видео только по бритвам. Все, всем пока, на этом.